Число людей со статусом «не застрахован» в системе обязательного социального медицинского страхования растет по всей республике, и Кустанайская область не стала исключением. На сегодняшний день около 170 тысяч жителей региона не вносят обязательные платежи в фонд, а значит, могут рассчитывать только на гарантированный объем бесплатной медицинской помощи, иначе говоря, только на экстренную помощь. Как пояснили в фонде, из этих 170 тысяч 33% – это люди, которые фактически работают, но взносы не оплачивают. В начале года цифра доходила до 150 тысяч незастрахованных. Сейчас мы видим рост увеличения, он отмечается по всей республике. Связано также это, мы думаем, и с тем, что в нашей информационной системе не отражаются и лица, которые выезжают у нас на постоянное место жительства. То есть уехав, является еще в системе у нас, как числится, как плательщик или проживающий в нашей стране, соответственно, который должен был бы оплачивать. Чтобы цифры статистики были более достоверными, проводится совместная работа с органами миграционной полиции и департаментом госдоходов. К слову, департамент занимается еще и взысканием долгов с работодателей, которые либо совсем, либо несвоевременно производят перечисление взносов за своих работников. Ведь пропуск всего одного месяца уже лишает человека статуса «застрахован». В начале года задолженность по работодателям была у нас 1,5 миллиона тенге всего лишь. За полгода она увеличилась у нас до 31,5 миллиона. То есть не своевременное отчисление или вообще не производились. Соответственно, департамент госдоходов, как я уже говорил, более 2700 предприятий были как бы разъяснено, эти отчисления произведены. И на сегодняшний день на 31 миллион у нас уже эта задолженность погашена. То есть работа ведется. В фонде социального медицинского страхования рекомендуют каждому жителю области мониторить свой статус застрахованности. Для этого существует несколько способов. Можно установить в мобильный телефон приложение «Колдау 24/7». Также можно позвонить в колл-центр 1406. В случае, если у вас возникли вопросы по социальному медицинскому страхованию, на которые вы не можете найти ответы, вы можете обратиться непосредственно в Кустанайский филиал фонда социального медицинского страхования по номерам телефонов, которые вы видите на своих экранах. Диара Хмельченко, Яна Гала, РТН.